И вот мы подошли с вами к заключительному третьему эпизоду мастер-класса, в котором я покажу вам, как вышиваются листья и стебли. То есть вы научитесь вышивать листик швом. Листик выполняется полупетлями в прикреп. И второй лист, это лист выполняется в технике рыбья косточка. И также в этом эпизоде я покажу вам, как вышиваются стебли, как можно вышивать стебли. То есть первый вариант – это отшив стебли швом в раскол, когда у нас нитка, когда у нас предыдущий стежок раскалывается с изнанки при выполнении следующего стежка. И второй шов, наиболее простой, особенно для новичков, иногда имеет смысл этим швом вышивать. Этот шов называется «за иголку». Очень напоминает шов в раскол, но отличие здесь такое, что вы раскалываете предыдущие стежки при выполнении следующих стежков с лицевой стороны, и это намного проще. Вот такой у нас заключительный эпизод. Теперь смотрите видео. Thank you.